На шахте «Центральная» сегодня можно встретить лишь сторожа и собак. А раньше здесь трудились почти 1500 горняков, но уже 5 лет, как работа полностью остановилась. Все, оно уже на грани, как говорится, этого вымирания. Такое здание, допустим, губить тоже нецелесообразно. Может, кто-то что-то еще куда-то это использует это все. Сегодня здания пустуют, а когда-то «Центральная» считалась одной из лучших уральских шахт. О подвигах советских пятилеток Николай Подлесный вспоминает с ностальгией. Бывший директор, а ныне советник копейского главы, говорит, сюда бы хорошего инвестора, чтобы не простаивали огромные площади. Ну вот данная промплощадка, она никогда не нарушалась, они не подрабатывали, сами себя не подрабатывали. Все коммуникации ей сохранены и есть, подъездные пути все есть, вплоть до железной дороги. И главное ее географическое расположение в центре города. Все тут автобусы, машины. Совсем рядом шахта капитальная. Уголь на ней не добывают уже 1.5 года. Владельцы не раз обещали это на время. Но в то, что шахтеры снова спустятся в забой, здесь мало кто верит. Кстати, копейские шахты по-прежнему принадлежат угольной компании. Это значит, что решать, пускать инвесторов на территорию или нет, тоже будут частники. Но это дело уже хозяина, и каждый инвестор должен решать вопрос это с хозяином. И на каком, как договорятся, или продать, или сломать, или там в аренду взять. Это вопрос вот такого. Территории бывших шахт внесены в каталог областных промплощадок. Ознакомиться с ним можно на сайте Министерства экономического развития области. Созданный по распоряжению Михаила Юревича, он должен дать импульс для развития территории региона. В мэрии Копейска и других муниципалитетах надеются, что это поможет привлечь инвесторов. Результатом станет открытие новых производств. Всего в каталоге 9 подобных промышленных площадок и более 100 земельных участков. Власти говорят, своеобразный путеводитель по Челябинской области будет постоянно обновляться. А каждому бизнесмену, кто заинтересуется уральскими землями, гарантируют индивидуальный подход и административное сопровождение.